Итак, всем добрый день. Продолжаем рассматривать систему напольного отопления, конкретного примера. Так, ну первым делом, что я сделаю, я создам новый проект. Так, ну и сохраню данные. За 18 год. Так, ну и первым делом, что я сделаю, это я перенесу те данные, которые у меня присутствуют вот в программе OZC, то есть вот эти значения. Так, вот он пример. Так, вот у меня перенеслись все данные. Единственное, сразу же хочу сказать, чердак нам не понадобится, поэтому я удаляю эту строку. Так, все остальное нам понадобится для расчетов. Так, нажимаю ОК. Так, и еще один момент. Система теплых полов. Так, как говорил я в предыдущем видео, то есть я возьму конструкции из уже существующих проекта теплых полов, который я показывал. Пример. Вот второй мы сохранили. То есть, ну и чтобы мне не мучиться, перенесу конструкцию. Так, ну и начинаем мы, как обычно, с общих данных. Будет у нас котел 80-20, например. Так, потери давления, допустим, 1000, ну, допустим, в котле 10 литров, хотя это берется все не 10, а 100 возьмем. Все берется по паспортным данным котла, сколько у них потерях, теплообменники и так далее. Так, вариант расчета проектирования и регулирования. Температура наружная для своего города. Ну, в данном варианте я минус 3,4 возьму. Теплоноситель вода. Так, и нам понадобится два трубопровода. Возьму я стандартного производителя, который брал в предыдущих вариантах. Это для системы теплых полов. Тем более для теплых полов конструкции я уже взял эти. Так, ну и второй трубопровод. Вот этот вот. То есть это уже непосредственно будем подключать от коллектора к стояку, ну и от стояка непосредственно к смесительному узлу и котлу. Так, вот нам данные, которые понадобятся. Так, ну здесь зададимся пока для расчета 50, потом нас поправят, если что. Тепловую изоляцию 80 возьмем. Так, ну и параметры расчета, введем те данные, которые требует производитель для своей регулировочная арматура. То есть 8000, 3000 и 10000. Так. Вот все, что касается ввода общих данных. Так, ну и теперь приступаем к отрисовке. То есть для этого идем в систему перекрытий.
Так, нам понадобится три перекрытия. Вернее, не три перекрытия, а четыре даже. Почему четыре? То есть у нас будет здесь первый этаж, второй этаж, ну и зона подвала, потому что один теплый пол на первом этаже граничит с холодным помещением. Так, будет четыре перекрытия. Так, вот это межэтажное перекрытие, оно немножко по конструкции отличается. Но здесь пока не суть важно. Оставим такой ее вариант. Так, вставляем. Так, ну и начинаем делать себе заготовку, чтобы отрисовать систему теплых полов. Так, как это делается? Все это рассмотрено в предыдущем примере принципы расчета систем напольного отопления. Сейчас я поступлю очень просто. Я начинаю отрисовывать, чтобы уменьшить длину видео. То есть я просто увеличу скорость. Ну а в конце остановлюсь и уже расскажу те нюансы, которые будем в последующем рассматривать. Итак, приступаем.
Так, итак, мы отрисовали с вами систему теплого пола. Сейчас я немножко поясню. Так, ну, во-первых, отличия у нас здесь появились линии. Для чего они нужны? Потому что там, где расположен коллектор, то есть идут транзитные линии, они будут в изолированной трубе до точки подключения непосредственно контура. Ну и как видим, то есть у нас в этом помещении есть транзитные линии, которые идут к каждому контуру. Ну, тот же самый принцип на втором этаже. Так, и то же самое вот в этом помещении, 203-м, есть транзитная линия, вот она, которая идет к, ну, 204-й, 104-й, которая идет непосредственно к этому контуру через помещение 203-е. Поэтому я его отрисовал, потому что тоже часть тепловой энергии будет поступать в это помещение от этой транзитной линии, хоть она изолирована. Ну, изолирована всего на 80%. Так, ну и вот в чем заключается отрисовка. То есть мы еще отрисовали и подвал, который нам тоже понадобится в расчетах. Так, вот что касаемо отрисовки, то есть данные общие мы сделали. Дальше данные, рисунок, то есть все совместили в этом видео. Так, ну а в дальнейшем расчете будут продолжаться в другом видео, которое будет на этом канале. Всем спасибо за внимание, ну и смотрите следующий расчет. До свидания.